Последнее время уже наступило, дрожит вся земля. Грядет наш Спаситель и наш Искупитель взять церковь свою. Мой друг, ободрись же, мой друг, приготовься, чтоб встретить Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступило, дрожит вся земля, смятение она. Последнее время тебя вопрошает, встречай же Христа, встречай же Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти не заметив, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступило, дрожит вся земля, смятение она. Последнее время тебя вопрошает, встречай же Христа, встречай же Христа. Последнее время так много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварном навеки погибнет так много людей. Мой друг, собери же последние силы, отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступило, дрожит вся земля, смятение она. Последнее время тебя вопрошает, встречай же Христа, встречай же Христа. Последнее время уже наступило, дрожит вся земля, смятение она. Последнее время тебя вопрошает, встречай же Христа, встречай же Христа. Слава Господу! Грядет Господь, поэтому пусть Господь благословит нас. Знать, что у нас есть основания у верующих для встречи с Ним. И когда Он придет, как и написано, тот, кто пребывает в Нем, то есть во Христе, имеет дерзновение навстречу с Ним. Слава Господу!